Гавана, милая, прости, что не лично сообщаю, но только что объявили, что Дэмиан взял на роль Азиту. Я понимаю, почему для тебя это было так важно. Новый фильм Дэвида Кроненберга. А в Лос-Анджелес зачем? К родным в гости. В последнем сезоне, господам помолимся, я зарабатывал по 300 штук в неделю. Мне было 9 лет. Сколько предлагают? 5 миллионов. Что думаешь? Думаю, что мы держим их за яйца. Гавана, брось. Им нужна была молодая актриса. Она позволяла продюсерам ссать ей в задницу. Я наняла девчонку, это что-то потрясающее. Что же такого потрясающего? Это не самая гламурная работа, а я к гламуру не привыкла. Она изуродована. У нее все лицо в ожогах. Люди не просто так приходят в нашу жизнь, мы их вызываем. Что она здесь делает? Может, на экскурсию приехала? Очень смешно, ничего не скажешь. Самой не верится, что я только что потратила 18 тысяч долларов. Поехали. Гавана, знакомься, Жером. Я ваш большой поклонник. Мне звонили с кастинга 3 раза. Боже мой, Азита! Азита в больнице. У нее был нервный срыв. Да ты что? Я понимаю, ситуация необычная, но тебе еще нужна роль. Звездная карта. Прощай! Ну же, подпевай! Джулиана Мур. На лицах друзей моих верных, на всякой руке открытой я пишу твое имя. Мия Васиковская. Твоя сестра. Кажется, она вернулась. Джон Кьюсак. По-моему, ты не в себе. Иди нахер. Роберт Паттинсон. Я красивее ее. Ты хочешь эту роль, но ты ее не получишь. Это был будто сон, но все ощущения реальны. Я жив, и я не сумасшедший. Ты же не думала, что я позволю тебе вот так вернуться и снова обосрать мне жизнь. Звездная карта. На ступенях к смерти ведущих я пишу твое имя, свобода. 21 мая.